Привет, друзья! С вами канал «Учимся отдыхать вместе». Сегодня новости из России. МИД призвал российских туристов отказаться от туров за границу. Мария Захарова снова призвала отложить поездки за рубеж. Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова 5 ноября призвала граждан в связи с крайне неблагоприятным санитарно-эпидемиологическим фоном в мире вновь по возможности отложить свои необязательные поездки за рубеж, отнести их на более позднее время, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется. Пережитые многими россиянами в ходе первой волны пандемии риски, такие как невозможность вернуться на родину на неопределенное время, отложенная возможность возвращения, карантины, практически блокада в целом ряде государств, городов, населенных пунктов. К сожалению, все это актуально и сегодня, и возможно даже не меньше, чем весной, цитирует ее заявление на брифинге ТАСС. Мария Захарова также отметила, что в этой связи остаются более чем актуальными все ранее озвученные рекомендации. На сегодня у нас все. Оставайтесь с нами и следите за новостями.